какой-то человек, как в химзащите, вроде белая одежда, ходит здесь и промышляет какие-то дела. Всем интересно. Все здесь жители в этой деревне на панике, не понимают, что происходит. И он нас попросил разобраться с этим и посмотреть, что же здесь происходит. И нафига этот человек в химзащите пугает обычных граждан. Блин, прилет она, конечно, очень. Да ему вообще плевать, Диман, видишь? Да, везде просто. Диман? Зачем он сбросил халат, Диман? Все. Диман портфель обронил! Брось его, Диман! Визитница. Закапывают все эти кошельки наворованные. А потом, когда все уляжется, он возвращается и наживается на этом? Он знает, что карта у нас. Он, скорее всего, сейчас побежит. Может быть, там остальные кошельки. Все, мы. Вот. Тон. Давай, гони, Диман! Надо узнать, что он там делал! Я сейчас его поймаю! Диман! А? Он сзади! Он сзади, Диман! Давай назад! Стою! Давай за ним! Как до него доберешься, поаккуратнее ехай, я попробую его схватить более аккуратно! Понял тебя! Проедем? Да, по болоту. Давай. Черт, в лес ушел. Стоп, братан. Проедем. Стоп. Ладно, ушел. Погнали за ней. Не надо, разворачивайся. Стой, давай. Ко второму схрону. За ней, она далеко. Второй схрон, Диман. Нужно добраться первее. Ты видел по карте, он совсем недалеко. Давай посмотрим, подожди, помоги мне. Открой карту. Она здесь была, Диман. Точно туда пойдет, нет? Точно. До того места без техники не добраться. Вот, видишь? Ребят, все свое свободное время на самоизоляции мы играем в GTA Amazing. Огромное количество наших подписчиков уже в этой игре. Часто мы там встречаемся, проводим какие-то интересные сходки, собираемся на разных тачках, которые мы смогли уже купить и накопить на них. Поэтому присоединяйтесь вместе с нами в игру. Конечно, вначале мы с Диманом начинали с низов и практически без денег. Но, ребят, не переживайте, мы сразу нашли крутую работу аквадайвинг. Вы представляете, там можно погружаться в воду, находить всякие коробки и затем продавать их. Посмотрите, какую коробку я взял в этот раз. Она стоит всего 1000, но 1000 это уже огромная цена. Вот и еще одна коробка. Офигенно, здесь все так ярко, солнечно, ну мне просто очень нравится. Мы с Диманом показали вам красочную, интересную работу, но сейчас мы хотим заработать еще больше, поэтому отправимся на лесопилку, где, как сказали наши подписчики, которые уже давно тут играют, можно получить самую большую сумму денег. Сейчас мы едем, ребят, с нашим подписчиком, посмотрите, какой крутой УАЗик, он просто розового цвета, и какие у него крутые диски, блин. А вот и лесопилка, друзья, мы уже переоделись, взяли бензопилы, сейчас будем резать деревья, мне вообще очень нравится работа на лесопилке. Тут можно заработать огромную сумму денег, чтобы сразу купить шмот. Мы с Диманом сейчас именно на шмот и копим. Если вы хотите получить как можно больше денег и как бы поменьше работать, но сами понимаете, интересно работать поменьше и получать больше, то вы можете воспользоваться нашим промокодом Зебра, который даст вам большую сумму денег при достижении 5 уровня. Мы с Диманом уже его ввели и практически накопили 5 уровень. Как только мы получим бабло, мы сразу будем решать, куда его вложить. В общем, как вы поняли, здесь очень много наших подписчиков, и мы хотим, чтобы вы тоже присоединялись, потому что если нас будут окружать только наши ребята, то сервер просто будет наш. Присоединяйтесь, развивайтесь, друзья. Игра совершенно бесплатна, ссылку на бесплатное скачивание вы найдете в описании к этому видео. Там же вы найдете наш промокод Зебра, и там же вы увидите сервер, на котором мы играем. Присоединяйтесь сразу после видоса, а сейчас приятного просмотра. У тебя на айфоне есть же этот измеритель? Давай по масштабу посмотрим, сколько метров от этого места. Это понятно, стой, что... подожди, в каком направлении вообще? Да влево от Цуры. Туда? Тот поворот, да, где мы направо. Давай, я тогда развернусь пока что. Иди, давай.
Оно удрало, Тёмыч, от нас. Да. Так, аккуратней сейчас голову. Ага, понял. Все получается, ура, блин. Рад технологии, Диман, который сейчас телефон вживляет. Замерил? Да. Так, 300, ну 300 метров примерно от того места. Понял тебя. Я думаю, мы сразу поймем. Иначе бы он это, ну не делал бы там строн, правильно? Так, я... Будет место, наверное, отличительное, как вот, если эти холмы, понятно, их не пропустишь. И здесь где-то метров 300. Так, на телефон, бро, я выключил. Угу. Я все равно склоняюсь к тому, то, что первое это была обманка, специально на случай, если кто-то за ним проследит. Что это, Дима? Я не понимаю. Стой. На что похоже-то хоть? Я не понимаю, что это железное. Консервы? Вот для этого нам и нужно посмотреть, что во втором месте. И в любом случае его отпускать нельзя. Но ты сам видел, что в портфеле. Нам по-любому нужно. Он по-любому туда побежит. Но вот как, вот это еще непонятно. Ему сейчас. Ты видел, как он перебирается по лесу? Он просто знает все здесь места и вносится как псих. У меня такое подозрение, что он и живет здесь, наверное, где-нибудь, раз он так свободно здесь двигается. Причем два схрона здесь. Два из трех. Ну, не будем, давай, не будем усолить. Надо ехать на место и уже смотреть. Че, вообще, нам в ту сторону? Да. И сейчас... походу он не сектант. Как они, эти люди, называются, которые я одиночки? Не знаю. Не знаю, Диман. Но он типа готовится к чему-то, я так понял. Сектант, не сектант, это мы позже поймем. Выезжай сейчас на основную дорогу, Диман. Так, хорошо, портфель мы успели взять, вот этот. Вещмешок, портфель. Здесь вот никаких так, лычек нет. Да, да, прямо. И сейчас вот тут налево, наверное, давай на главную дорогу, Диман. Уверен, то, что налево, не туда? Как по карте было? Ну, слушай, обе дороги все равно туда приведут. А вот здесь направо. Здесь направо? Да. Оттуда мы приехали, там холмы. Да, значит, сюда нам. Так, голову, Тёмыч. Да, берегу. Так, сейчас налево. Давай прям по берегу, Диман. Главное, чтобы успеть. Опа. Стой, стой, бро. Сейчас здесь поищем. Сейчас на карту еще раз посмотрим. Там было нарисовано дерево, и на нем что-то наверху. И нужно, наверное, шевелиться, Диман, потому что он по-любому придет туда первее, чем мы, если мы сейчас ступить будем. Дерево с каким-то флажком. Диман, пока ничего не видать оттуда? Нет, Тёмыч. Ничего подобного, что было на карте, я пока не вижу. Может быть, на самом верху? Слушай, ну ты уже наверху, блин. Брось мне камеру. Тёмыч, давай брось мне камеру, я попробую посмотреть и показать. Повыше. Нет, Тёмыч, ничего здесь нету, короче, даже на самом верху. Я тоже не знаю. Вообще ничего похожего на флажок нету, Диман. Поехали, может быть, к другой нычке. Может быть, он туда поехал, может быть, она более важная. Что там, ты видишь? Она далеко отсюда, нет? Блин, ну, дерево точно должно быть с флажком. А эта нычка, ну, далеко. По лесу можно добраться. Понял тебя. Поехали. Сейчас поедем туда, посмотрим, что происходит. Ветки подо мной крошатся просто. Так, ладно. Ладно, поехали дальше. Диман. Да? Как думаешь, мы не зря сюда приехали и прекратили искать то дерево? Наша последняя надежда, Тёмыч. На карте три отметки. Одно мы все отрыли. И это деревья вообще без понятия, где мы столько деревьев с тобой просмотрели. Ну вот то самое озеро, может это оно? Подожди. Че, Миша? Да, Миш, ты чего?
Так, Диман пока с Мишей поговорит. Нужно посмотреть, где здесь есть вода. Нарисовано озеро. С этим ты согласен? Да, и вот здесь не может быть никакой ошибки, правильно? Да, только что здесь написано, я не понимаю. Вот я тоже не понимаю. У меня второе... Левое или... А, это второе Е, типа? Я не понимаю. Левое, первое. Вот это я понял, что первое. Подожди. Ну, давай, наверное, обыщем. Тут, я так понял, вот эти вот небольшие топи, типа, есть, да? Да, пойдем посмотрим. Я вообще только не понимаю мотивы всего этого. Как мы все деревья в той округе просмотрели. Почему ничего не увидели? Ну, значит, недостаточно просмотрели, Диман. Я все-таки сомневаюсь. Может, мы зря рано так дернули сюда. У нас все-таки еще есть. День еще не подходит к концу. Время-то есть. Блин, фиг знает, Тёма. Мне кажется, последняя надежда, реально. Он перемещаться может как угодно и где угодно. Ты сам видел его скорость передвижения? Видел. А тебе что, Миша-то опять звонил? Да просто узнать, как дела, потому что переживает до сих пор. Хоть неделя прошла почти, понятно. Но... Да не, понять можно, Диман, согласен. Диман, вот какое-то маленькое, вижу, озерцо поглубже. Там у тебя какая-то грязища. Вот здесь вода есть. Ну, типа, и оно как бы первое слева. Ну, типа, с водой первое слева. Что, есть что? Я тоже. А что вообще, как это, как мы поймем, что это то самое? Ты думаешь, оно прям... Ну, слушай, нарисуй. Ну, смотри, там было в пакете. Вообще, в обычном пакете. Не, ну, в воде-то пакет пропустят, если это что-то спрятано в воде. Если мы сейчас найдем точно такие же кошельки, или, может быть, какие-нибудь деньги, я не знаю, что там еще может быть, то, что он над всех таит, может быть, они будут в каком-нибудь герметичном пакете, как знаешь, который воздух отсасывает, и там вообще... А, да-да-да, вакуумные такие, да? Да-да-да. А слушай, Диман, еще один такой интересный вопрос. Фух, во-первых, сколько здесь этих озер, как бы не получилось, как с теми деревьями, то, что мы сейчас будем их смотреть и ничего не найдем. И, во-вторых, почему вот этот вот схрон находится так далеко от тех основных? Может быть, здесь самое важное? Я не знаю, может быть, отсюда всех отводит, а там, может быть, их несколько или он один. Такие обманки делает. Не, обманки, ну, чтобы люди находили, вот как мы с тобой. Консервы это вообще несерьезно было. Вот и фиг-то. Сразу все подозрения снимает, да? Но если бы мы не увидели этот, вот этот портфель, в котором лежат много кошельков разных, кошельков. Ничего я не поймешь. Просто подумали бы, ну... Тушенки странно, там килька или что. Ну, сейчас такая ситуация, что люди могут реально делать какие-то запасы и уходить в леса. Вот эти... Но... Но вот тут... если мы не взяли бы этот чемодан, блин, то все бы изменилось. Тут уже непонятно, сектант, не сектант, кто это вообще такой. Диман, а там вон еще озеро есть. Через холм. Но оно большое, Диман. Не, я бы в такое не прятал, там фиг найдешь. Ну здесь еще тоже вот есть. Че? Тут и вон, смотри. Черный пакет большой. А, ё-моё. И вот зеленый пакет. Их. Посмотри пока, зеленый, я черный взгляну. А какой черный? Да. А, вот тот. Вон, как мешок. Слушай, ну он выглядит более таким старым и пыльным, как будто как мусор. Но с другой стороны, он мог здесь лежать очень долгое время. Вот и... Диман, ты туда нормально дойдешь? Да, есть Тёмыч. Не нравится мне все это, что-то. Тёмыч. Чё? Нет, листва обычная. Посмотри, что в зеленом. Аккуратней, аккуратней. Нет, здесь, короче, ничего, Тёмыч. Диман. Трава. Диман, иди сюда. Чё? Скорей. Чёрт. Я не знаю, что там, но давай будем поаккуратней. Ты думаешь, там что-то тоже нужно? Смотри. Вроде как скотчем замотано, да? И, походу, тут много пакетов. Погоди, давай, знаешь, что? Да давай вскроем, может такой же пойдем, мусор, пойдем и там. Вылезем из воды, из этой. И у нас спички в этом. Может им получится прожечь? Или ты думаешь? Я слышал. Так, слышал, не понимаю, в чем дело. Давай, бери, погнали. Давай, иди, давай. Давай, выберемся.
Попробуешь сам? Да. Спичками или ключом? Давай вскроем ключом. Аккуратней. Не тыкай так, вдруг там что. Лучше поаккуратней быть. Я поэтому тебе предлагаю... Воздух вышел. Вышел, да. Что там, блин, Димыч? Я не знаю, блин, неудобно, ножа с собой нет. Слушай, ну походу мы нашли. Вряд ли это что-то другое, да? Да там такие же мешки лежали, Тёмыч. Я его проколол, просто обычная земля с листвой. Не, ну это похоже на то, что это кто-то на берег спрятал. Ну хотя да. Вон уже темнеет. Давай скорее. Смотри. Еще пакет? Еще пакет. Давай, вынимай. Подожди. Еще пакет. Вот поэтому-то он теперь точно понятно, что это точно то самое, да? Тёмыч, мы походу нашли. Да. Нашли, что нужно. Сделали все, чтобы не протекло. И сколько ты думаешь, это там лежит? Смотри, я не знаю. Но, наверное, давно. Посмотри на состояние вот этого верхнего слоя. Ну, смотри, по весу-то вообще что? Ну, полкило, килограмм. Тяжелое, тяжелое. Тёмыч, как думаешь, что это существо? Что показалось, Тёма? Оно сюда никак не прибежит? Я не знаю, что это вообще хрень какая-то. Может, в чем мы вообще ввязались? Диман, надо было дома сидеть и кататься, блин. Да как, Тёмыч, ты знаешь, что просто так на месте не усидишь, и тем более к нам пришел подписчик, ну классную историю рассказал, и блин, это оказалось правдой. Какой раз убеждаешь, что они пишут, это все наяву оказывается, блин. А к чему это выведет? Я не знаю. Вот и я без понятия. Я не знаю, чего ждать вообще. Тём. У меня эти кошельки. Тёмыч. Кошельки полбеды. Диман, руками не трогай. Я не трогаю. Я понял, чуть. Давай, знаешь, что? Давай-ка в этот портфельчик также закинем. От пакетов освободи сам, как-нибудь старайся не трогать. Да сами, может, есть какая-нибудь там тряпка или что-нибудь подобное? Сейчас посмотрим. Что-то вот дело вообще мутное, мне уже вообще не нравится. Вначале находим просто обычные рыбы. Консервы, да. Консервы. Ага. Слушай, а что тогда на дереве? Не знаю. Может, на дереве все не так серьезно? Отлично. Слушай, на дереве не так серьезно? Ну, оно же близко с консервами. Просто посмотри. Мы же с тобой уже обсуждали, что просто это. Просто посмотри. Так, что нам остается? Что я тебе давай предлагаю? Попробуем. У нас больше нет подвязок никаких. Берем. Мы нашли здесь этот пистолет. Там мы нашли непонятную кильку. Что сейчас? Берем мешок, связываем просто и быстрее валим туда. Потому что... Куда это? Ты куда имеешь в виду? Опять туда, к дереву. Потому что сейчас ехать домой смысла нет. Он знает, что мы взяли его карту. Он уже поймет, когда сюда вернется, а он точно сюда вернется, что мы два его схрона нашли. Понимаешь? Да, да. То есть он по-любому будет к третьему схрону выходить, если уже туда не вышел, потому что его тут нет. Давай бегом туда. Да, надо туда ехать как можно скорее. Подожди, это вернем в исходное место? Слушай, думаешь, надо вернуть? Возьми сумку, я сейчас отнесу. Давай, хорошо. Че, Диман? Все, я обратно туда заныкался. Все нормально? Да. Ну, ты положил точно туда же, ты помнил? Прям в точное место. Под бревном же было, да, прям спрятано да, за него. Я надеюсь, что он, короче, не обнаружит эту пропажу пока что. Давай, все, уже темнеет, побежали нафиг отсюда. Дай мне сумку. Диман, ты уверен, что мы не зря сюда вернулись? Мы все деревья уже обсматривали до обеда. Тёмыч, если мы смогли в воде найти... Может быть, мы неправильно смотрели. На карте обозначение было якобы какой-то флажок или вещь наверху. Сверху он был нарисован. Давай внизу посмотрим. Вот, например, какое-то дерево, я не знаю. Ну неужели под деревом что-то будет? Диман, они же все одинаковые. Как мы можем вообще понять что-то? Я не понимаю. Я понимаю, о чем ты говоришь. Их тысячи просто здесь. Но, блин, Тёмыч, мы должны найти. Раньше его должны найти.
Я не знаю, как это сделать. Подожди. Чё? Да нет, я думаю, просто как раскопано. А это просто у дерева так. Ладно. Я не знаю, блин. Флажок нарисован сверху. Сверху, но мы все деревья пролазили, на которые возможно залазить. Типа! Типа! Ты видишь, как все вообще? Это он, да. Давай, пойдем. Старайся не шуметь. Быстрее через дорогу перебегай, пока он за стволом. Лежишь? Походу здесь схрон. Второй схрон здесь, Диман. Тихо, да. Два. Под этим стволом, как могли заметить. Тот самый основной схрон. Диман! Нет, нет, если мы его сейчас шуганем, то не узнаем, что вообще происходит, что это за тайна. Он же может быть не один, нам нужно проследить за ним.